Знаешь, что меня еще смущает? Вездесущая дипломатия, что самыми близкими людьми ты не можешь, ты вынужден соблюдать дипломатию, ты не можешь рассказать всего, ты должен выбирать выражение, ты должен думать, что выставить, что не выставить. Вот понимаешь, и мне это мешает и на моем YouTube-канале. Потому что я перфекционист и я считаю, что должна быть чистота замысла, понимаешь? И я должен выкладывать все свои мысли, все свои ощущения, все рассказывать всю свою жизнь, всю свою подноготную. И, ну, в теории я тебе могу сказать следующее, что я считаю, я считаю, что в этом в случае никакого ущерба для меня не будет. Просто, понимаешь, есть два вида истории. Есть история вымышленная, а есть история реальная. Просто как бы задокументированная, документальная история. И, понимаешь, они могут быть одинаково интересны. То есть что между ними общего они могут быть одинаково достоверными. И вымышленные истории, и реальные истории. Они могут быть одинаково достоверны. Вымышленные тоже может быть достоверной. Это, как говорится, не нужно объяснять на пальцах. Это понятно. Поэтому вот, как говорится, по поводу полной правдивости ну, по YouTube-канала, Потом мы еще к этому вернемся, к этой теме. А вот что касается... Я вот... Я считаю вот следующее, понимаешь? Я считаю следующее, что если с любимым человеком, допустим, любовь между мужчиной и женщиной или там что-то, да, ты не можешь быть откровенен до последнего просто закоулка своей души, то в таком случае что это такое? Что это за отношений в таком случае. Получается, что посторонние друг к другу люди спят в одной кровати, правильно? Или что? Ну, ладно. Как раз-таки именно что, пора спать. Ну, понимаешь, то, что я говорю про то, что я инопланетянин, ну, естественно, это как бы иносказательно во многом, да, но во всем, во в каждой шутке, как говорят в народе, есть доля правды или что там называется, или доля шутки, мне так не нравится говорить, но в самом деле, понимаешь, что-то все-таки есть от этого. И почему я говорю это? Потому что, ну, потому что, потому что Фух, мозги уже засыпают. Потому что, чтобы сказать что-то новое, нужно нужно быть инопланетянином исключительно. И не только то, что-то новое, что-то, ну какую-то идею почерпнуть откуда-то, да, извне, или осмыслить то, что вокруг происходит, можно только смотря на это со стороны. Ну, я про это уже много раз говорил. Ладно, надо спать. Кажется, я получил хороший заряд информации от окружающего мира и наснимаю еще порядком много видео. Вот так.